Вы, должно быть, Коннор. Наконец-то мы встретились. Меня зовут Кэтрин, а это Диана. Мы жены тех дуралеев, что валят деревья. Рада встрече. Мы так много слышали про вас от парней. Приятно наконец-то увидеть вас. Это взаимно. Мы как раз обсуждали, где же тут все-таки земля получше. На реке, выше по течению никого. Не буду лгать, письмо Готфри заставило меня волноваться. Но теперь мы обжились, и я весьма счастлива здесь. Мы жили на севере озера Шамплейн. Сплошь колючки да камни. Ужасное место. Так славно тут. Поднимешься на холм и увидишь океан. Мужья загружают вас работой? Ничего, мы справляемся, Коннор. Они верят, что командуют в доме, но настоящие хозяйки тут мы. Не сомневаюсь. Славный денечек! Добрый день! Получай по заслугам, бунтовщик. Прошу! Нет! Не лезь! Заткните, не твое это дело! Умирайся! Да, вот так, отлично! Я его вижу! Что случилось? Они потребовали весь наш урожай. Орен отказался. Они убили скот, засыпали солью землю и взялись за нас. Дальше вы видели. Боюсь, нам нечем вас отблагодарить. Ничего не осталось.
Возможно, вы могли бы кое-что сделать. Что угодно. У нас небольшая община неподалеку. Почва тут щедрая. Нам понадобятся свежие овощи, зерно или кукуруза. Как только отстроитесь, наживете добра. Вы так добры. Мы непременно придем. Спасибо. Найди их, я тут разберусь. Стой! В чем дело, Коннор? Я видел, ты за кем-то гнался. Он хотел вломиться в твой дом, но я с ним разобрался. Что? Женщины? Скажи, там все целы? Ты должен был быть там. Что? Я же сказал, ты мне был не нужен. Ага, как же, до тебя доходягу только оставь без присмотра. Ну смотри, если что с Дианой...
Форель просто роскошная! Не понимаю, где они грязь находят. Просто ужас. Дочка. Здравствуйте, Коннор. Здравствуйте. Что-то случилось? Да нет, не стоит беспокоиться. Не буду расспрашивать, но если я чем-то могу помочь, скажите, я помогу. Ничего, он отчасти и так знает. Коннор, вы знаете, мы давно хотим ребенка. Очень давно. Но до сих пор ничего не выходит. Мы начинаем отчаиваться. Природу нельзя торопить. Она подарит вам дитя, когда придет время. Надеюсь, вы правы, Коннор. По крайней мере, нам тут спокойно.
Так-то победить проще простого. Тут ты меня уел. Thank you.
Все с тобой ясно. Попался. На борт, парень, полюбуйся. Нет, только не левой. Ни за что. Дурная примета. Сначала ступай правой. Он крепок. Да. Выдержит любой шторм. При сильном ветре даст 12 узлов. Ни один корабль не обгонит его в хороший день. Ну что, выйдем в море? Я покажу, на что он способен. Куда мы пойдем? Аквиле первым делом нужны пушки и канониры. Отправимся прямо сейчас. Не бойся, парень. Я из тебя моряка-то сделаю. Выбрать грот, наванты! Поживей! Шевелитесь!
Ну же, выведем его куда надо! Чего ты ждешь? Отличный гол! Живей, пора уже учиться. Паруса в полном порядке, сэр. Ну же, давай, он не укусит. Ты теперь с ним связан. Слушай и чувствуй. Он стоит. Вели поднять половину парусов, и мы двинемся. Пол паруса! Ха-ха! Аквила снова летит! Чувствуешь, парень? Курс на Мартас Виньярд. Там найдем и пушки, и канониров. Он проворен, но на больших скоростях неповоротлив. Так что веди его уверенней. Наслаждайся открытой водой, пока мы не добрались до мели. Можешь поднять все паруса. Все паруса! Развернуть все паруса! Кажется, ветер меняется. Будь начеку, Коннор. При порывистом ветре идти нелегко. Теперь проведи нас мимо мели. Только не задень их. Отмель нас просто замедлит. А вот рифы и корпус пробьют. Но лавировать лучше на половине парусов. Тогда он маневренней. Следи за другими судами. Не меняй галса, чтобы не столкнуться. Thank you.
шквал, сэр! Дома! Мы близко! Медленней! Убрать! Все! Зарифить все! Бросить якорь! Мы на берег, купим пушки и найдем канониров! А, мисс Мэнди! Вы все так же восхитительны, как раньше! Спустя столько лет ты добрался до Виньярда, чтобы сыпать любезностями? Мы ищем Дэвида и Ричарда Клаттербаков. Я тебе тоже рада. Роберт Фолкнер, где ты был, черт возьми? Простите, что пропал, но никто не должен был знать, где я. Вы двое сильно заняты? Нет. У нас истек контракт. Так, а мы как раз ищем канониров. Если позову к себе, что скажете? Ну что, еще пара передряг не повредит? Отлично! Аквила отличный корабль. Мы как раз ставим на него пушки. Кажется, твой друг сейчас получит в зубы. Где Чарльз Ли? Мне не слишком нравится твой тон. Эй, ты! Подумай-ка дважды, Бидль! Бобби Фолкнер заделался нянькой. Наконец-то ты понял, что ты дерьмовый моряк. Эй-эй-эй, вы не здесь, джентльмены. А лучше вообще нигде. Бобби, забирай друзей и уходи отсюда! Пошли, ребята. Пушки, небось, готовы. Thank you.
Thank you.